Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре топовое матчевое удилище, то есть верхнее, самое верхнее удилище в линейке от компании Colmic. Это матчевки Real XXT Superior. Удилища имеют в своей линейке два теста. Это 6.20 и вот что у меня в руках, это 15.30. А обозначаются они на бланке, в общем-то, чтобы не вчитываться, да, и это вот такой золотистый цвет, золотистая вставочка, это самая мощная мочевка в серии. И серебряная вставка, это удилище с тестом 6.20, соответственно. По материалу бланка, здесь стоит, ну, производитель не заявляет, в каталоге не пишет, из чего он сделан и так далее, но понятно, что здесь... Ну, по всем характеристикам, да, это 46 тонн стоит карбон. По фурнитуре стоит Seaguide. Многие, наверное, ждали Fuji, но имейте в виду, что сейчас Seaguide компания, очень многие колечки и катушкодержатели, которые выпускает компания Seaguide, она ничуть не хуже Fuji. Поэтому, скажем так, здесь по надежности и катушкодержателя, и колец, их легкости и так далее, здесь, ну, как бы вопросов никаких быть ни у кого не может. Тем более катушкодержатель здесь стоит WebDPS, то есть это надежный катушкодержатель. Нижнее колечко, установленное на бланк, имеет аббревиатуру MHL, а Shell имеет аббревиатуру уже колечки однолапые по бланку, которые стоят. То есть это все облегченные кольца, которые, задача которых сделать бланк максимально посылистым, максимально удобным для рыболова и максимально проявить свои рабочие характеристики как в броске, так и в вываживании. Чуть забыл сказать в начале, что каждая из серий представляет вообще изначально Colmic, это две длины двух тестов, соответственно, 15-30, есть 420 и 450 длина, и 6-20 точно также есть две длины, 420-450. У меня сейчас на тесте из самого мощной палочки, потому что она самая востребованная, это 15-30 тест, 420 длина, соответственно, она обозначается золотом, да, и 6-20 удилище, которое обозначается такой серебряной вставочкой, это 450 уже длина. Верхний форогрип, пробка, далее идет небольшая Эва, опять пробка, имеющий такой плоский дизайн в современном стиле. Кому-то это нравится, кому-то нет. Я тоже, в общем-то, приверженец старой школы, да, но я попробовал такие удилища с такой рукоятью в дело, и, в общем-то, через 5-10 минут забываешь, какое удилище, ну, что у тебя здесь действительно в серединке плоская ручка, поэтому кто опасается вот этого, на своем примере я вам могу сказать, не нужно опасаться, все здесь в порядке. Значит, дальше идет вновь кусочек Эва и уже арматериал рабор вместе с торцевой, в конце торцевая пробочка. Ну, рабор, как известно, материал, который не впитывает воду, который долговечный, надежный, самый надежный материал, который существует. Это пробка вместе с резиной. Что еще хочется отметить? Так как удилище топовое, здесь имеется специальная такая красивость, но это на самом деле функциональная вещь. Это система противозаклинивания, так называемая. И лишний раз это система, которая уберегает стыки от истираний. Я сейчас вам покажу более близко. Теперь по характеристикам. Я не доверяю, как я говорил много раз, каталожным значениям, поэтому измеряем все сами. Значит, у меня здесь за кадром бумажка, я вам расскажу. Значит, 420, ну, соответственно, 15-30 тест, транспортная длина 145, диаметр комля я измерял вот в этом месте 13 мм и длина ручки от нижней части держателя до торца 44. Соответственно, у 450 длины 6.20 тест 155 транспортная, 14,5 диаметр и длина ручки точность такая же, но
крайне важный показатель – это вес для многих. Так вот, в каталоге вот указано неверно. На самом деле 420-я весит 205 грамм, и что удивительно, 450-я весит 207 грамм, то есть практически точно из так же. Я понимаю, что это сделано за счет чуть меньшего материала в стенках, и поэтому, когда мы сейчас их разберем, я уже их знаю, эти удилища, да, вы увидите, что строй 450-я чуть мягче, это вот как раз вот эта жесткость уходит за счет толщины стенок колен. Поэтому давайте, наверное, разбираем и смотрим строй. Итак, друзья, разобрали. 420-ю у меня в руках. Очень приятная палка. Очень. Смотрите, как она останавливается мгновенно. Загрузка. Давайте нагружаем. Ну и посмотрите, как она будет работать в бланках. Ну. Кроме слова «шикарно» тут ничего не сказать. Кстати говоря, по фактической длине плюс 3 сантиметра к обоим. Значит, 450-я. Также в руках лежит просто изумительно. И точность такая же, быстрая остановка. Но это вообще катапульта. Очень легкая и прекрасный баланс. Нагружаем. Ну, точность такой же строй. Очень посылистый бланк. Друзья, в завершении показываю вам, как обычно, чехол. Ну, достаточно простенький чехол, бархатный, ну, приятный на ощупь и очень качественно сшитый. То есть дарить, в общем-то, можно даже в таком чехле, если вы хотите ее в подарок взять. Ровные швы, ровные ниточки, три отделения под разные колена и завязка, клапан на завязке и нижняя завязочка. Хочу вам сказать, что кто новичок, кто впервые, возможно, будет покупать в магазине Multifish, имейте в виду, что мы даем бессрочную гарантию на заводской брак на весь срок службы, на удилищ, купленные у нас не только Колмик, а и практически все, что вы покупая, можете купить и представлены в нашем магазине Multifish. Помимо этого, никто этого никогда не делал, но мы предоставляем две запчасти в год в период действия акции. Условия читайте бесплатно, две запчасти в год предоставляем бесплатно, даже если вы сами случайно сломали, повредили и так далее, вы можете взять у нас совершенно бесплатно две запчасти. Условия — это подписки на социальные сети, подкупку у нас, естественно. Более подробно почитайте на сайте Multifish, программа лояльности. Информация вся вышесказанная не является публичной офертой. На этом все. Единственная уже просьба моя к вам. Пожалуйста, посмотрите под видео, поставьте такой пальчик вверх. Для меня это большой плюс в продвижении этого видео. Лишний раз помощь людям, кто действительно интересуется реальными характеристиками, реальной оценкой этим удилищем, а не смотрит это только по там, каталогам или еще как-то. И нажмите кнопочку, конечно, подписаться. Всего вам доброго и до новых встреч.